Всем доброго времени суток. Ваше внимание представляется автомобиль Nissan Terrano 2018 года выпуска. Двигатель объемом 2 литра, механическая коробка передач. Задние дверные карты, как и задний ряд сидений автомобиля, в хорошем состоянии. Спереди все так же в хорошем состоянии. Что дверные карты, что сиденья. В комплектацию автомобиля входят передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, электрогировка зеркал с подогревом, система курсовой стабилизации. Имеется также у нас обогрев лобового стекла, также кондиционер, круиз-контроль, такая вот мультимедиа с Bluetooth штатная, мультируль. Здесь у нас управление аудиосистемой осуществляется. Бортовой компьютер, пробег в данный момент на автомобиле составляет 68 тысяч. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, а также адрес нашего автосалона, вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно купить в кредит по системе Trade-in, а также за наличный расчет. Всего доброго!